Еще летом здесь было все выжжено. И если наш питомец забегал сюда, то приходилось отмывать всю квартиру и отстирывать все половики, потому что он приходил домой в саже. Все. А сейчас посмотришь, сажа дождями смыта, кролики копают новые норки. И отросла новая трава. Оно вон по цвету и отличается. Там, где горело, там травка поменьше. И пятна земли немножко потемнее. А жизнь продолжается. Кролики копают. Природа пытается жить дальше после всех каверзов нашего брата-человека. Вон губится часть природы, строится дом, говорят, для беженцев. Наверное, не один. Что-то я увеличить не могу. Это что, новая функция WhatsApp, что ли, такая? Вот так вот. Ну что? Тыньгушенька мой, мальчик мой, ты погулял? Что-то ты плохо в туалет сходил. А мне нужно домой. Мне же в ночную смену идти надо. Несмотря на то, что платить не хотят. Работать-то все равно надо. А? Че, дать тебе лекаршин? Иди сюда. Иди, тут у меня вкусняшка есть для тебя. Да. У меня тут есть вкусняшка для тебя. Хе-хе, ты знаешь, что вкусняшка у меня есть, да? Так, сейчас надо попробовать открыть эту вкусняшку одной рукой. Смогу или не смогу? Ау. Вкусно! Вкусно! Прям как пицца у итальянцев, да? Ну что, всего больше не дам. Пойдем домой. Да? Домой пойдем. Или еще кружок сделаем. Пойдем домой. Идем.